Фотографировали видео, ты откуда? Из Беларуси. Я люблю Беларусь. Ислам меня зовут, я сына люблю Беларусь, моя жена белорусская, мой ребенок тоже белорусский. Все понятно. Сына люблю Беларусь, сейчас я работаю, пожалуйста. Хорошо. Это хорошо. Всем привет. Вот территория Барсела, Тиран. Такие пейзажи, такие пальмочки. Честно говоря, зелени, как для меня, маловато. Вот здесь номера с персональными бассейнами, видимо, более дорогие. Ну, честно говоря, не вижу большого смысла в таких бассейнах, когда есть несколько общественных, которые рядом находятся. А возле бассейнов вообще пальм почти нет. Так, возле самих номеров там несколько пальмочек стоит. Ну, как по мне, все-таки зелени маловато. Глубина везде разная, метр, метр сорок. Для детей здесь, конечно, раздолье. Вот такие вот душевые тут стоят, сразу в бассейне можно обмыться. Это бар прямо в бассейне. Так что, если кому-то захотелось немножко охладиться, потому что бассейн довольно теплый, можно подплыть к бару, тебе нальют все, что пожелаешь. Пиво, коктейли, соки и так далее. Бассейн довольно интересный такой. Причем их несколько. Вот этот детский, он совсем мелкий. Фотограф, который за деньги, за $3 вам сделает фотографию. В любой позе, как вы пожелаете. Подретуширует и будете красавцем или красавицей. Вот есть такие номера с персональными пальмочками. Еще номера тут разнообразные и виды разные. Где-то на море, где-то на бассейн. Где-то на соседний балкон. Конечно, вид тут самый обалденный. Что ни говори, мы только из-за вида этого и брали эту путевку. Еще какой-то бассейн. Правда, я в нем никогда никого не видел. Он совсем какой-то мелкий. Из самого бассейна, когда вы плаваете, наслаждаетесь пейзажами. Глазу есть где остановиться, конечно. It's a question of style. Time up. Спасибо, господин. All grandi. Vai, vai, vai.
С алкоголем? Тут даже алкоголя не хочешь. Алкоголя даже тут нет. Арина Ходила узнала спортинтер. Арина Аварила Корс Юга Лисон Юга. Да, прям. Песочек мягенький, все классно. Хороший пляж, очень хороший.